Ребята, всем привет! И сегодня я вам расскажу, как получить райт пэта. Сегодня у нас будет два способа. Погнали! Первый способ, он очень простой, это для донатеров. Если у вас есть 150 рубаксов, вы можете купить либо райт, а если 295, то можете флай купить. Ну, короче, ну, как-то вот так вот. Переходим к второму способу. Второй способ... Это прийти в магазин пэтов. Либо можно купить королевское яйцо. Хотя оно сейчас уже вроде бы не ценится. Можно купить лесное яйцо, вылупить его и достать еще какого-нибудь редкого пэта. И эти два пэта обменять на райт пэт. У меня так получилось, я обменяла на райт кролика. Ой, ребят, подождите. Сейчас, ребята, заново достанем. Вот. Есть так, вот. Я так обменяла... Сейчас, погодите, проверю, есть у него штаны или нет. Есть, наконец-то. Вот. Можно... В общем, я вот так вот сделала. Я вылупила яйцо, мне подарили кролика. Я это все обменяла на райт кролика. И мне это подарили. Потом я райт кролика обменяла на что-то, я не помню на что. И что-то обменяла на дятела. А дятела я обменяла на эту божью коровку. А когда мне подарили этого кролика, у меня просто был неуспокоительный шок. Так вот. Я накоплю... Я накоплю 70-50 и еще какой-нибудь райт пэта получу. Ребята, я... Ой, фу ты. Еще сейчас будет еще один, третий способ. Ребята. Если тоже напишем. Я хотела написать Ну, ребят, погнали к третьему способу. Так, следующий способ. Чтобы нас никто не видел, давайте пойдем в школу, чтобы нам было удобно. Ой, тут очень много людей. Идем сюда. В общем, ребятки, есть такой способ. Можно обменять обычного пэта на редкого. Редкого на... Ну, не помню, как это называется, а этого пэта можно обменять на ультрародного, а потом этого пэта можно на лесное яйцо обменять. Ой, фу ты на лесное яйцо, просто на ультрарадного. И можно на ультрарадного, за ультрарадного должны дать райт пэта. Я надеюсь, я вам помогла. И всем удачи, всем пока-пока!